Приветище! Это Спаситель Островов, и мы находимся сегодня на острове динозавров и продолжаем нашу уборку. Увлекательную, быструю и прямо-таки можно сказать, что это субботник, но на самом деле сегодня не суббота, но и пофиг. Кстати, да, ты видел моего Т-рекс? Он слишком устал. Вон, кстати, его кепочка крутая. Кепочка ему маловато, да, и не спорю. Но Т-рекс у нас подустал, пускай поспит. Он очень много сделал в прошлой серии. Разбил глыбы янтаря. Так, сегодняшняя наша цель — убрать вот эту часть острова и достать сильверкей. Ну, то есть, серебряный ключ. А также еще окаменелость вон ту. Так, Т-рекс, ты бы не мог отойти немножечко. Ты проснулся? Да, он проснулся. Сейчас мы его подвинем в чистоту. Чисто, чисто, тайт. Оу, скоро грязнюки прибегут. Ты посмотри, сейчас я, наверное, очищу вот это. Да, все. Грязнючули бегут. Вот он один попался. Второй промахнулся вот так вот тебе. Кстати, а что если я попробую наорать на него Т-рексом? Где-то есть у нас Т-рекс. Т-рексик. Монетку схватил. А ну, стопэ. Вот так вот. Да что ты будешь делать? Без толку вообще, без толку. Отдай монеточку мою. Спасибо. Короче, вообще бесполезнее. Куда ты побежал? Он испугался грязнюков? Серьезно? Ты такой большой, боишься таких маленьких грязнюков? Так, мне нужно срочно очистить еще банкомат. Закинуть туда свои сбережения в виде 5 монеток. Уже 6. Пин-код, пин-код. А что, если я введу неправильный пин-код? Мне писали такой комментарий. Ну, давай попробуем. Например, вот такой вот введем. Опс, ты ввел неправильный пин-код. Попробуй еще раз. Ну, вот, собственно, давай еще разок. Обычно в реальной жизни, если ты вводишь пин-код от банковской карты 3 раза неправильно, то... Что такое? Куда это меня закинули? А, придумать новый пин-код? Серьезно? Смотри-ка. Обычно в реальной жизни, когда ты вводишь 3 раза неправильно пин-код от карты, тебе ее блокируют. А здесь же тебе предлагают сменить пин-код. Откуда знаешь, что я истинный владелец? Ну ладно, давай сделаем вот такой вот пин-код. Вот такой вот. Запомни свой пин-код. Окей, я запомнил. И что? Тебе нужно провести идентификацию снова. И ввести запомненный пин-код. Ну хорошо, давай попробуем. Так, отходим от него. Подходим. А, все, он уже ввелся и запомнился, и я могу закидывать туда монетки. Ну хорошо. Отлично, 6 монеток. Подожди. Как это 6 монеток? Стой, 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 не, нифига. Я что, все деньги потратил, что ли? Ну да, в этом банкомате тоже 6 монет. Выходит, что так. Просто мне казалось, что у меня в банкомате в прошлый раз оставалось побольше монет. Надеюсь, из-за того, что я неправильно ввел пин-код, прошлые суммы мои не забрал банк себе. А иначе это будет очень печально. Я копил, копил, а из-за неправильного введения пин-кода они у меня бабки отобрали. Так, кто это к нам пришел? Ух ты! Трицератопс! Или Трисератопс? Короче, Трицератопсом я буду его называть. Какой он нежный. Я помню, мультик был, короче, с динозавриками. И там вот мне нравился именно вот такой динозаврик. Забыл только, как мультик называется. Поэтому, если ты помнишь его, то напиши об этом в комментариях. Ну вот, в принципе, и все. Остров от пластика и стекла убран. И кажется, к нам прибежали... О нет, грязнюки. Ну что ты будешь... О, здоровенный мега-грязню. Слава богу, что у меня много воды. Сейчас мы его отмоем с тобой. Отлично, он даже не успел блювануть на мои трэш-автоматы. Шикардос. Как я реактивно сработал. Кто-то у меня толкает. Ай, не надо меня своими рогами толкать. Больно вообще-то. Так, я славу могу набрать? Лавовой воды? Нет, к сожалению, не могу. Как улечки. Уже тут накекали. Так, забираем, значит, воду. И продолжаем помывку наших деревьев и растений. Вот тут вот грядочку я хотел отмыть. Че, вроде бы все, я все отмыл. Сейчас будем сажать. И последний есть. А, и вот еще вот грядочка тут. Грядочка, грядулька. Что там посадить? Ironwood 3. Ух ты. А какой-то iron. Это железное дерево, что ли? Или как это перевести-то? Железное... Железно-деревянное дерево, что ли? Ironwood. Фиг его поймешь. Так, вроде бы все. Вроде бы все. Пойдем к Пигби в магазин забежим. Пигби, здорово. Здорово. Мне нужны семена Ironwood 3. 3. 3, 3, 3. Дырку на 3. Так, что? Денег? Денег нет. Денег нет. Вот, собственно, и пригодились. Так, вот тут копеечку соберем. А, сейчас, подожди. Сейчас будут деньги. Надо сдать в трэш-автомат пластик, стекло. И все будет пучком у нас.
Отлично, мы при деньгах, но нам еще не хватает с тобой две монеточки. Две монеточки, потому что нам нужно два семени этого железно-деревянного дерева. Как раз я вот собрал три нана. Три нана, прям так и называется фрукт. Сейчас мы его скидываем. Три монеточки. Ровно столько мне и нужно было. А какулечки ты не примешь, нет? Нет, не примет. Что ж, теперь мы можем отправиться спокойненько в магазин Пигби и прикупить там семена. Вот они. Раз, два. Все, больше денег у меня нету. О, да. Как здорово. Спасибо за такую быструю доставочку. Очень добры. Что ж, начинаем посадку наших железно-деревянных растений. Одно деревце есть. Поливаем. Мне очень интересно, что же это за дерево такое. По крайней мере, сейчас это похоже просто на какие-то кусты. Ничего, ничего. А еще больше любопытно, кто же прибежит есть с этого дерева плоды. Так, плоды мы уже видим. Похоже на какой-то, я не знаю, кактус-пальму, что ли. Ого. Что ж там будет? О! У нас один динозаврик пузо набил. О, какие интересные фрукты. И кто это пришел к нам? Ух ты! Анкилозариус! Это типа броненосец. Броненосец по-динозавровски. Ну что ж, я предлагаю еще посадить одно семя, но сперва... Сперва мы очистим пузо нашего динозаврика. Какого-то цвета. Ой, красавчик. Даже цвет тебе не нужно менять. Ладно, хватит рассматривать динозавров. Давай посадим еще одно семечко. Вот так вот. Хватит тарать мне по духам. Что там у него нарисовано? Седло. Кстати, самого седла так такового там не видно, чтобы на нем был. А вот кепка видна. Надо ему кипарик поменять, да? Ты тоже об этом подумал? Сейчас я закажу своему Тирексу новую кепку. Так, большую нужно, чтобы она видна была издалека. Так, какую бы кепочку тебе заказать? Может, корону? Это же царь динозавров. Король, я бы даже сказал. Давай ему корону закажем. И на всякий пожарный вот эти вот шарики красивые. Так, так, так. Эй, динозаврики, разойдись, там моя посылочка где-то. Вот она. Спасибо. Так, Тирекс, давай-ка я тебя перекрашу. Я уже забыл, какие цвета там у тебя есть. О, давай его сделаем вот таким сейчас. Вот, будешь оранжевенький. И вот тебе новая каска. Пожалуйста, держи. Кепочку он уронил, мы ее потом пристроим кому-нибудь другому. Ну вот, с короной ты уже смотришься посолиднее. Она хоть побольше, ее хоть видно лучше. Так, что мы имеем здесь? Ну, во-первых, нам нужно откормить всех наших динозавриков. А еще, по-моему, к нам бегут грязнюки. Ну, кто бы сомневался? Лезьте обратно в свой портал. Идите к себе домой, на мусорку, на свалку. Свой грязно-ленд. Вот так. Я разобрался со всеми. Я красавчик. Давайте, ребятульки, кушайте быстрее. Пожалуйста, кушайте быстрее. Кто первый набьет пузо сейчас в течение 5 секунд, тот получит от меня крутую кепку. Давайте, ребят. Давайте, вот я вам накидал фруктов. Так, держите, пожалуйста. Тут у нас все. А вот и победитель нашего конкурса. Вот этот динозаврик получит от меня сегодня кепку. Отлично, вот это розыгрыш. Никакого рандомайзера, кто первый, тот и съел, как говорится. Ты получаешь удивительную кепку. Ой, ты даже в меня влюбился, да? За мой подарочек. Эта кепка тебе очень подходит. Давай посмотрим, какого цвета ты еще мог бы быть. Зелененького цвета, прикольно тебе идет. Голубенький, красненький. Ага. Но ты мне больше понравился зелененький, давай ты будешь зелененьким. Ты просто очень классно выглядишь в таком цвете. Так, надо скинуть бабло. Ну чё, вы готовы? Вы готовы стать цветными? Давай уже. Покажи свой окрас. Отлично. Первый готов. И второй тоже. Шикарно. Все. С этим участком острова мы закончили. О, какой ты разноцветный, нифига себе. Насчет цветных, это же я просто так сказал. Отлично. Я уверен, что нужно перекрасить этих чуваков. Что вы делаете? А-а-а, вот как это будет. Спасибо вам, спасибо. Смотри, динозавры помогли тебе и сделали проход. Здорово. Теперь мы без проблем достанем окаменелость и ключ. Там, правда, будет очень жарко. Смотри, как ключ очень рядом находится с лавой. Иди забери свой серебряный ключ, чтобы открыть серебряные врата. Ай, Кэп, очевидность свин. Так, я хотел покрасить вот этих ребят.
каких цветов вы еще можете быть? Вот, зелененьким, да, как черепашка. Отлично. Надо еще другана его перекрасить, а то они подерутся еще ненароком. Ты будешь тоже зелененьким. Вот и все. И ты будешь зелененьким. А ты будешь желтеньким. Должен же кто-то выделяться. Ну что, вроде бы все. Сейчас соберу фруктики, продам их. И можно идти забирать ключ. Эй, Тирекс, отойди, пожалуйста. Ты тут мешаешься. Очень прям мешаешься. Вот так вот. И вот так. Ух, сколько деньжищ. Конечно же, налоговик одну монеточку успел урвать. Свое он всегда урвет. Так. Тебе нужно прыгать за ключом. Да сейчас, подожди ты, я еще не все дела там сделал. Вот. Вот теперь я готов прыгать за ключом. Ой, привет. Повернулся, тут такие приятные лица. Ну что, погнали. Будем прыгать. Главное не свалиться в лаву. Пол это лава, челлендж. Опачки. Оп. Окаменелость, конечно же, надо забрать. Е-ху. Так. Я могу, в принципе, по... А, нет, по прямой я не смогу запрыгнуть слишком высоко. Придется вот так вот прыгать. Жалко, нету здесь джетпака. Ну вот и все, ключик у меня в кармане. Отлично. Эй, этот ключ серебряный подходит вот к этим воротам. Беги сюда. Сейчас прибегу. Нам... Ой, блин! Долбанный свин сбил меня совсем с толку. Эти врата, по-моему, находятся в самом начале. А вот и мы. Здравствуйте. Вот они, эти дверки. Нас тут уже свин-исследователь ждет. Забыл, как его зовут. А, Ньютон. Точно, Ньютон его зовут. Открываем двери. Open the gate. Ого, тут что, ледники, что ли? Я хочу оплатить свои налоговые долги, но гигантский налоговый бот исчерпал всю свою батарею. И что ты хочешь? Я понимаю, что его зарядить нужно, но я не знаю, где найти батарейку для него. Раньше у меня была гигантская батарея, но ее забрали, когда я не заплатил один из долгов. Да, это печально, конечно. Забрать батарею за долги, видимо, она очень дорого стоила. Возможно, вы можете найти мою батарею в другой части острова и помочь мне вернуть ее. Ну вот, началось. Ладно, я попробую. Но без Тирекса я никуда не пойду, там очень холодно. Тирекс, погнали. Мне нужна твоя помощь. На поиски батарейки. Так, мелкошня, ты посмотри, мелкий толкал Тирекса. Офигеть. Так, пошли. О, здесь становится прохладно. Ого. Ого, это что, ледяной водопад? Смотри, как прикольно. Обалдеть. Он как бы почти замерз, но еще не замерз. Как он медленно стекает. Классненько. Так, что мы тут имеем? Куча льда. Есть окаменелости. Что-нибудь... Вон, еще одна окаменелость. Вау. Пойдем собирать. Прикольно, тут прикольно. Есть одна окаменелость. Вторая. Вон, там еще одна окаменелость. На вторую окаменелость нам нужно будет попрыгать. Вот так. Паркур, мое все здесь. Еще одна окаменелость собрана. Ну что, приступим к уборочке. Как мы уже с тобой поняли, батарейкой здесь никакой не пахнет. Но, возможно, туда, кстати, можно пробраться, на ту сторону. Может, мне динозаврики как-то помогут. Тут, кстати, есть янтарь, который можно разбить Тирексом. Причем его тут очень много. Там. Тирекс. А ты что прилетел, уборщик? Я сам тут справлюсь. Давай дуй отсюда. Бутылочку мне принес. Видимо, она упала куда-то в воду. А вот и первые динозаврики. О, бронелобик. Очень мощные динозавры. Они, в принципе, питаются... Ну, они травоядные, но они очень жесткие. У них вот этот панцирь на голове. Он вообще пробить может даже каменную стенку. Что ж, начинаем большую стройку нашу с тобой. Вот сюда вот призвать нужно бота. И что мы будем строить? Очень любопытно, интересно. Показывай, что это будет. Неужели это будет огромная грядка? Да, по всей видимости, похоже на то. Грядка для большого дерева, наверное. Какой-то Twisted Fistlay. Вот тут еще грядочку нужно построить. Сейчас займемся этим вопросом. Но, у меня нету алюминия. Походу придется идти к трэш-автоматам опрошить. Мусор, да. Побежали. Так, алюминий, дайте мне, пожалуйста, пару баночек.
Вот здорово, спасибо. Вот так, и вот так. Все, грядочка готова. Здесь тоже этот твистед нужно посадить. Че, вроде бы все. Два твистеда и два вот таких вот, что это такое? Plate plan. Хорошо. Идем в магазин Пигби и смотрим. Вот он, plate plan. Две семечки покупаем и твистеда тоже две семечки. Вот зашибись, а. Обожаю онлайн покупки. Не нужно даже самому в магазин бежать. Тебе все почтальон принесет. Спасибо. А, не вмещается, не вмещается. Так, нужно денежки в банк скинуть. У меня же новый пин-код, точно. Один... По-моему, как-то так. Все, да? Точно? Угадал. Слава тебе, Господи. Так, ну прежде чем мы начнем садить растения, нужно позвать Тирекс. Тирекс! Зачем мне налоговый токен? Тирексик, где ты мой? Ты мне нужен. Нам нужно с тобой разбить янтарь. Ну-ка, давай, орни. Ага, красавец. Все, можешь гулять, Василий. Ну что ж, настало время садоводства. Сажаем семечки. Сейчас вначале все рассадим, а потом все польем. Как насчет трехочкового броска? Ну-ка. Есть попадание. И сюда тоже. Ну-ка, ну-ка. Красавец вообще. И издалека сейчас еще польем. Таким вот образом. Кажется, я полил. Здесь тоже заливаем. И туда польем. Ой, высоко взял. Все на дистанции. Дистанционное садоводство. Готово. Опачки, кто это к нам пришел? О, стегозаурус. Красавчик. Ого-гошеньки, ты посмотри на этот. Я не знаю даже. Это огромная лиана какая-то древесная. Вот это зигзаги. Да. А тут у нас что вырос? Кто это к нам пришел? Брачиозаурус. Ого, вот это название. Может, я неправильно прочитал, надо посмотреть. Тут у нас выросло вот такое растение интересное. Так, хочу посмотреть. Брачиозаурус. Как бро. Брачи... Вот. Брачиозаур. Брачиозаурус. Короче, подходит. Нифига себе, смотри, какой вот тут динозаврик здоровый. Откармливаем, значит, динозавров и чешем с этого участка. Ты, наверное, питаешься вот этими штуками, да? Капец ты высокий. Мимо прошел. Ну, слушай, прикольно, прикольно, конечно, наблюдать за этими динозаврами, особенно такими гигантами. Ты такой стоишь маленький, а они здоровяки такие проходят мимо тебя. Это просто нереальное ощущение. А еще и земля содрогается. Эй, пупсик, хочешь кушать? Я бы, конечно, тебе в рот закинул его, но... Как-то ты не хочешь с рук есть. Поэтому вот, держи, я тебе тут накидаю. Ты что, уснул, что ли? А, какнул. Как он кушает-то элегантно. Наконец-то он набил свой живот. Ну-ка, ну-ка, какого-то цвета. О, прикольно. Тебе этот цвет идет. Не буду его менять даже. Так, кто у нас здесь остался? Давайте, ребята, подъешьте еще чуть-чуть. Куда ты пошел? Вот, кушай, правильно. И вот этот вот. Все, молочки. Молочки, ребята, просто красавцы. Денег тут, конечно, очень много выпало. А еще к нам прибежали грязнюки. Да не просто грязнюки, а со своим боссом, мега-грязнюком. И он там уже засрал мне одно растение, негодяй. Стой, 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 не блюй в мою сторону, вот так вот. Все, мега-грязнюк, все, кончился. Так, остались маленькие мелкаши. Готово. Со всеми разобрались. Пойдем очистим этих динозавриков, толстолобиков. О, Пигби, здорово, что ты нам расскажешь? Ньютон работал над большим количеством сидушек для динозавров. Вы можете ездить на других динозавров, но только при условии, если у вас есть правильное седло. То есть для каждого динозавра нужно свое седло. И да, новое седло ты, конечно же, можешь купить в онлайне, в моем магазине. Ага, вот так вот. Ну что ж, давай попробуем, посмотрим, что там в магазинах есть. Я, кстати, не думал, что я могу кататься. Блин, это получается, я на любом динозавре смогу покататься. Это очень круто. Это почти как GTA, только с динозаврами. Так, все. Я очистил этот участок. Места для монет у меня больше нет, надо скинуть монетки, а потом бежать. Что происходит?
Ого, из-под воды вылез. Я не знал, что ты плавать умеешь. Смотри, брачиозавр помогает тебе и сделал из себя мост. Ну круто. Недаром его назвали брачиозавр. Он как брачо, только еще завр. Так, скидываем бабосики и идем в онлайн-магазин. Где там у нас магзик? Ну-ка, ну-ка, какие седла я могу купить? Ух ты! Для бронелобика могу. Для анкилозавров могу купить. Для рапторов. Обалдеть. И для динозавра спино я тоже могу купить, но пока еще недоступно. Так, для кого бы купить? Сколько оно вообще стоит? 25, 25. Давай для всех и купим, чё бы нет. Чё, получается, что у меня теперь есть седло для всех. Так. Отлично, теперь у тебя есть новое седло для вот этого динозавра. Велоцираптора. Круто. Чё еще есть? Также у тебя есть новое седло для анкилозавра. И еще одно седло, вот оно. И, конечно же, у тебя есть новое седло для бронелобика. Круто. Пойдем попробуем сесть на них. Ребятки, можно я на вас покатаюсь? Вы же не против? О, да. Обалдеть. А ты прыгать умеешь? А, нет, он прыгать не умеет, он просто орет. А как же воспользоваться твоим бронемощным черепом? Блин, жалко, конечно, что он не может своим черепом кому-нибудь вдарить. Мне нужны велоцарапторы. Сейчас мы к ним сходим. Братиш, ты что тут один скучаешь? Пошли, поможешь мне. А, он спал. Ладно, не страшно. Ух ты, как шустро ты бегаешь. Вот они, наши велоцараптики. Желтенькие. Ребята, подождите, не шалите. Поехали! Так, что ты умеешь? А, он тоже орет. Ну вот. Короче, они все умеют орать. И бегает он, конечно, вообще круто быстро. Ладненько, побежали тогда на мостик. Вот на этот мостик. Посмотрим, куда он нас приведет. О, здесь еще один участок. Ух ты, нифига себе. А может быть, мне тут толстолобик поможет? Как ты думаешь? Так, пойдем за толстолобиком. Есть вероятность, что ты расшибешь глыбу льда. Давай попробуем. Не, бесполезняк. А как насчет Тирекса? Тирексик. По всей видимости, я не разобью, пока не очищу этот участок. Ну да, бесполезняк, вообще бесполезняк. Что ж, ладно. Оставим эту глыбу льда на потом. Потому что мы и так... О, нифига себе, какое растение, смотри. Обалдеть. У них там и батарейка есть, я вижу батарейку. Вот кто спер за долги батарейку. Теперь все понятно. Ну что ж, теперь мы знаем, кто украл батарейку. Точнее, не украл, а взял за долги. У нашего Ньютона. Но с ними мы будем разбираться уже в следующей серии. Если тебе нравится уборщик островов, то, конечно же, с тебя лайк под этим видео. И подписочка, если ты еще не подписан. А на этом все. Пока. Увидимся в следующей серии.